Переопределение и перегрузка методов. Давайте в нашем классе prop определим метод setClass. И в нашем классе line, который базируется на нашем классе prop, определим тот же метод setClass, тем же названием. И вызовем наш, создадим в первую очередь наш экземпляр нашего класса и вызовем метод нашего класса. И вот этот вот setClass. И при вызове setClass у нас срабатывает printf line, то есть у нас в первую очередь срабатывает экземпляр наш, метод экземпляра нашего класса, то есть setLine. И в нашем этом setLine также есть еще prop.setClass. Вот эта вот конструкция уже вызывает метод нашего класса prop, так как мы приписали здесь класс prop. И у нас вывелся класс prop. Теперь же давайте мы сделаем несколько классов, которые будут наследовать базовый класс prop. Это класс line, это класс vec, это класс zoom. Для каждого из этих классов определим методы с одинаковыми названиями, но разными определениями. Вызовем, и, как вы видите, при вызове метода первого экземпляра у нас вызовется line, потому что это drawLine. При вызове метода второго экземпляра у нас вызовется vector, потому что это vec, и zoom, потому что это zoom.